Всем привет, с вами Денчик. Мы находимся около автосалона Бавария Алматы на площадке Трейдыновской. Автомобили с пробегом. Кратко посмотрим, какие машины здесь представлены и почем. Сразу скажу, машина здесь премиум класса, конечно же, и стоит недешево. Ну что ж, погнали. BMW X2 2018 года. Стоимость 15 325 тысяч. Пробег совсем небольшой, чуть более 3 тысяч. Затем у нас еще один BMW X5. 2014 года стоимостью 15 миллионов 650 тысяч. И пробег также совсем небольшой. 60 тысяч километров. Легкосплавные диски, зимняя резина в белом цвете, на черной коже. Машина, конечно, выглядит шикарно. Эта машина у нас без таблички, судя по всему, продана. Рядом у нас седаны. BMW 520, стоимость 17 миллионов, 18 год. Черные диски на черном салоне, в черном цвете. Конечно, машина выглядит шикарно, но BMW всегда выглядит здорово. 750 BMW 15 года за 29 миллионов 960 тысяч. Круто как. Это белая BMW уже продана. По крайней мере, таблички нет. И дальше у нас стоит Land Cruiser 200. Таблички тоже нет, наверное, машина продана. Дальше у нас идет Highlander, стоимостью 11 миллионов 890 тысяч. Рядом Mercedes GL, 24 миллиона 850. Легендарный Гелендваген. Шикарный автомобиль. 19 миллионов 390 тысяч. G500. BMW X5. M-ка. 32 миллиона 16 год. Классная машина. Очень здоровская. Range Rover Evoque. За 9 миллионов 470 тысяч. Интересный экземпляр. Toyota Camry 70, вообще новая. 13 миллионов 320 тысяч. 30 тысяч километров пробега. 19 год. Ну, практически новый автомобиль. Ну и самый бюджетный автомобиль на этой стоянке. Toyota Corolla 7 миллионов 320 тысяч. 17 год. Два немца. Porsche. За 14 миллионов 800 тысяч. И еще один Porsche в самом завершении этой стоянки. 18 миллионов 735 тысяч. Видео немножко спонтанное.